Анонс и точно дата выхода 38-й серии турецкого сериала «Барбароссы. Меч Средиземноморья». 38-я серия сериала выйдет в эфир 27 января. Напомним, ранее в сериале мы увидели, как Карл, король Франции, начал подозревать, что во дворце есть шпион. Посол Флоренции Ферруччи просит помощи у Сулеймана Великолепного против Карла, короля Франции, который хочет захватить его страну. Сулейман Великолепный назначил на эту работу Барбароссу Хайреддину. Хайреддин и Айдин пытаются убедить губернатора Сьерра Строци не давать пушки во время осады. Но еще один сюрприз ждет Хайреддина от людей Карла V. Дервиша просят найти решение по поводу крыс, которые вызвали эпидемию чумы и чуть не убили людей. Сейре Хатун просит помощи у Халиме Хатун, чтобы избавиться от настойчивости Кеманкеша Паши. Что сделает Мия де Луна, когда узнает, что Барбаросса попал в эпицентр эпидемии чумы во Флоренции? Барбаросс Хайреддин и Мия де Луна, которые намеревались купить у Дервиша лекарство от чумы, останавливаются людьми короля Роклена. Смогут ли Барбаросс Хайреддин и Мия де Луна избавиться от этой ловушки? Напомним, 38-я серия сериала выйдет в эфир 27 января. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.